Это же он, сука! Рявкнул молот, указывая на жигуленок, высунувшийся из одного из гаражей. Валит! Ну так не отставай, спокойно сказал лицедей. Ха! Погоня началась. Ночь снаружи превратилась в череду фонарных столбов, а все, кроме багажника старой шестерки впереди, перестало иметь значение. Не потерять из виду. Не упустить. Не упустить. Таня оцепенела, вцепившись в спинку переднего сиденья. Ее сознание словно разделилось на две. Первая половина азартной деятельно участвовала в происходящем, стремилась догнать, уничтожить ту гниду, что посмела поднимать руку на 12-летних детей, надеялась спасти Вадика, умного, талантливого, но необщительного мальчика, единственного ученика в шестом В, который действительно интересовался историей. Вторая часть наблюдала за событиями бесстрастно, с холодной отстраненностью, пытаясь анализировать их с точки зрения логики и здравого смысла, продумывала последствия. Выводы были неутешительны, а прогноз неблагоприятен, но вторая рациональная часть пока не пыталась вмешиваться, и это всех устраивало. Город кончился внезапно, огни по сторонам просто исчезли, уступив место кромешной темноте, из которой нависая над дорогой, подобно ребрам гигантского скелета, выступали сосны. Шестерка впереди погасила габариты, и теперь Таня не могла видеть ее. Хотя молот, похоже, не чувствовал никакого неудобства в такой погоне вслепую. Никто ничего не говорил. Монотонный шум двигателя, прерывистый ритм разделительной линии в свете фар и мрак снаружи действовали усыпляюще. Таня с удивлением поймала себя на том, что клюет носом. Ей казалось, будто ночь давила на окна, стремилась выбить стекла, вломиться внутрь залить, заполнить собой салон так, чтобы все внутри захлебнулись темнотой. Через мгновение, мощным усилием воли сбросив оцепенение, она с ужасом поняла, что оконные стекла действительно скрипят от наружного давления. За ними в непроглядной черноте шевелились неясные смутные силуэты. Осознание приходило медленно, неспешно, распускалось в мозгу, подобно цветочному бутону. Слева скользнула по стеклу чья-то рука – Белая кожа на мгновение тесно прижалась к плоской прозрачной поверхности. За окном справа из небытия выплыло бледно-зеленое лицо. Даже не лицо, а маска. Рваные дыры на месте глаз и рта. Безжизненные неестественные черты. Нет, не ночь была там снаружи. Они ехали по дну Черного озера. Озеро в самом центре системы координат, чьи воды полны навечно застывшими живыми мертвецами. Толще вод грозило расплющить машину, словно жестяную банку. Через секунду лопнут стекла, впуская ледяной от внутрь. Он хлынет в легкие, раздавит глаза и череп, перемелет кости в мелкую труху, а следом за адом появится липкая белая плоть, мягкие, пропитывающие черной водой тела. С легким, почти нежным треском поползла по окну ломаная линия. Таня открыла рот, чтобы закричать, но тут на губы ее легла сухая горячая ладонь серпа, раздался рядом шепот. «Изыди! Прочь, гнида!» И наваждение спало, исчезло в мгновение ока. Вновь все было по-прежнему. Машина мчалась сквозь темноту, молот сосредоточенно следил за дорогой, лицедей, обернувшись, смотрел на Таню с легкой улыбкой. «Всего лишь морок», — сказал он. «Они пытаются повлиять на нас». И выбрали тебя в качестве самого слабого звена? Блин, пробормотала Таня, глотнув воздух. Было так похоже на реальность. Вообще-то это и есть реальность. Только отличная от твоей основной. Создаваемая искусственно. Реальность каждого из нас индивидуальна. Обусловлена особенностями восприятия. Понимаешь? Приблизительно. Допустим, у слепого одна реальность, у дальтоника другая — Реальность верующего человека кардинально отличается от реальности материалиста. Постоянное взаимодействие, взаимопроникновение реальностей создает некую общую картину мира. Всегда были люди способные воздействовать на восприятие других, а значит, менять реальность. Те, у кого это получается слабо, становятся политиками или проповедниками. У кого получше гипнотизерами и экстрасенсами, а мастерством в совершенстве называются магами. Эти черные, чертовы пальцы маги когда-то были пятеро братьев, абсолютно уникальных. У всех пятерых развиты колдовские способности. Они научились координировать свои действия, объединять силу, и превратились в мощнейшее оружие как массу, так и индивидуального поражения. Но служить стране они не хотели. Их вообще мало что интересовало, кроме себя. Братья превратились в угрозу, поэтому были уничтожены. Однако, как оказалось, они настолько четко впечатали себя в мировосприятие некоторых людей, что после физической смерти начали иное. Скажем так потустороннее существование, став тем, что мы называем чертовыми пальцами. Теперь они пытаются вернуться. В смысле вернуться? В смысле вновь обрести физическое воплощение? Превратиться из продукта чужого сознания в самостоятельные источники реальности? Ладно, расскажи и про книгу. — попросил серп. — Она же не дура, не пойдет с этим в газету. А если и пойдет, никто не поверит. — Хорошо, кивнул лицедей. Тот, кого мы сейчас преследуем, Павел Иванович Кирше, пытается воскресить братьев. Он пишет особую книгу. Пишет ее кровью маленьких детей, которых похищает и убивает. Книга, по сути, является одним большим, чудовищно сложным и грязным заклинанием, цель которого – оживить Грачевых. «Но если все это только в его голове, детей-то убивать зачем?» «Во-первых, он, видимо, не знаком с теорией взаимодействующих реальностей, а по старинке верит именно в ритуальное колдовство. А во-вторых, в этих убийствах, как и любом другом ритуале, важна эмоциональная составляющая. Чем сильнее переживание, тем активнее воздействие на материальный мир». То есть просто усилием воли он не смог бы их вернуть? Не смог бы. Усилия воли недостаточно. Нужна встряска. Вещественное подтверждение серьезности намерений, так сказать. Бля! Крикнул молот, когда свет фар выхватил из темноты человеческую фигуру всего в нескольких метрах впереди. В тот момент, пока человек на дороге был виден, Таня успела рассмотреть только длинные грязные волосы и широко раскинутые руки. Водитель резко крутанул руль в сторону, чтобы избежать столкновения. Протяжно заскрипели тормоза, машину повело по скользкой дороге, разворачивая поперек, а потом еще на 180 градусов. Сделав почти полный круг, несчастная десятка наконец замерла, уткнувшись передним бампером в ограждение, и все ее пассажиры вновь обрели голос. «Это Клим Грачев!» – крикнул лицедей. «Поехали, поехали, они пытаются сбросить нас!» «Какого хрена?» — возмутился серп. «Надо было сбивать его, и все!» «Слишком неожиданно!» — оправдывался молот, вновь заводя машину. «Я не был готов, не успел ничего понять! Вы тут болтаете, не могу сосредоточиться!» «Быстрее, бля, упустим ведь! Поехали!» Драгоценное время утекало, с каждой секундой промедления проклятая шестерка уходила все дальше, увозя Вадика. Когда погоня возобновилась, Таня знала, что догнать Павла Ивановича они уже не смогут. Слишком темно. Еще она была уверена, что у человека, появившегося на дороге из ниоткуда, не было лица. Если и стоило рискнуть, то только сейчас. Вадик понял, что чертовы пальцы исчезли. Он уже некоторое время не чувствовал их присутствия, похожего на прикосновение змеиной кожи. Он не имел ни малейшего представления, куда и почему они ушли, но не сомневался, в эти минуты в машине не было никого, кроме него и колдуна за рулем, полностью сосредоточившегося на дороге, без перерыва бормотавшего себе под нос что-то невнятное. Скорее всего, демоны отправились разбираться с преследователями, а значит, надо уравнять шансы, пока они не вернулись. Вадик глубоко вздохнул, решаясь, а через секунду, оттолкнувшись локтями от спинки сиденья, навалился всем весом на своего мучителя. Сука! Взвизгнул тот, но руля не выпустил. А потому Вадику удалось ухватиться за его волосы и, опрокинувшись назад, задрать ему голову к потолку. За последние дни он порядочно похудел, но оставшегося веса хватило, чтобы колдун, вопя от боли, выгнулся дугой, лишившись всякой возможности смотреть на дорогу. Опусти, сволочь!» – завизжал он, пытаясь оторвать ненавистного мальчишку от себя. «Отпусти, блядь!» Машина вылетела с трассы. Ее сильно тряхнуло. Вадика с зажатыми в кулаках пучками седых волос впечатала в сиденье. «Проиграл!» – пронеслось в сознании. В следующий миг они на полном ходу врезались в дерево. Каждый раз все заново. Ласкает море груду замшелых камней. Течет вокруг небоскреба небо, мягко тыкаясь в окна верхних этажей, словно слепой котенок, словно пьяная смерть. Кто сказал, что сердце не может лгать? Кто сказал, что тьма не рождает свет? Откройте коробочку и взгляните на записки на стене. Их оставили праотцы да праматери. Каждая буква — тропа. Каждое слово — дорога. Нету пути конца и начала — но он существует лишь до тех пор, пока мы не решим с него сойти. В уставе конторы, которой никто никогда не писал, об этом ни слова. Усгар Лар. Маджи Сумвей. Павел Иванович на негнущихся ногах брел через лес. Он не видел ни сги. Но это не имело значения. Все равно двигался наугад, никуда не стремясь. Его словно облепили со всех сторон толстым слоем мягкой ваты. Окружающий мир почти исчез. Отдалился. И уже не мог играть хоть сколько-нибудь важной роли. Он чувствовал кое-что. Холод в правой ступне, почему-то лишившийся ботинка кровь, обильно текущую по лицу, тупую боль в спине. Но все это происходило не с ним, а с кем-то другим, непонятным, незнакомым, с маленьким тощим человечком, которому давно уже пора было умереть. Единственное, что имело смысл, он прижимал груди левой рукой. Правая не слушалась и висела вдоль тела, бесполезная, как сухая картофельная ботва книга, его черный гримуар, труд последних двадцати лет, сокровище, проклятие, альфа и омега. Он должен был закончить ее, должен был написать последнюю главу. Все остальное – прах, все остальное – бред. Бытие держалось на этой книге, вращалось вокруг нее – Именно она вела его, давала силу изломанному телу. Тьма вокруг была абсолютно, однородна, бесконечна. Он вспомнил, как почти неделю назад возвращался в родной город на поезде, надеясь на скорое завершение трудов. Как подумалось ему, что за окнами вагонов ночи плывут змеи. Теперь эти змеи ползли по его кровеносным сосудам, подбираясь к сердцу. Скоро... Скоро он отдохнет. Павел Иванович был не один во тьме и прекрасно знал это. Чертовые пальцы следовали за ним, как всегда. Они ждали, когда их верный слуга исполнит свой долг, ждали, когда невинная, чистая кровь ляжет изящными, но бессмысленными символами на последние страницы, когда вечность распахнет свои окованные железом ворота и выпустит их на свободу. Над теми воротами красовалась надпись, которую им едва не удалось опровергнуть. Они ждали. Сгорали от нетерпения, словно голодные псы при виде куска свежего мяса. Жизнь, наполненная вездесущей холодной осенью и неизбывной болью, звала их. Вела на коротком поводке, как его когда-то вела тоска по родным местам. Они почти преодолели оставшиеся ступени, почти перешагнули порог. Замок Сложнейший, изящнейший из всех замков. Отперт. Засовы отодвинуты. Цепи сброшены. Осталось лишь толкнуть дверь. Павел Иванович споткнулся о торчащий из невидимой земли корень и рухнул вперед, не выставив перед собой ладони. Нос сломался с влажным хлюпающим хрустом. Острая боль пронзила голову и немного прочистила сознание. Мокрая хвоя колола лоб, в одну из щек врезалась сосновая шишка. Все под ним было теплым. «Это кровь», — понял Павел Иванович, — «его собственная кровь». Он попытался подняться, но без помощи рук это оказалось невозможно. Осторожно опершись на левый локоть, он начал переворачиваться на бок, но тут локоть скользнул по сырой хвое, и Павел Иванович упал на спину, разжав пальцы, выпустив книгу слепо принялся шарить здоровой рукой вокруг, но ладонь натыкалась лишь на узловатые корни и жесткие шишки. «Где она? Где она, Господи?» Бормотал Павел Иванович, хотя от каждого сказанного слога боль в искореженном лице вспыхивала сонмом солнц. «Где моя тетрадочка? Господи, боженька, боженька! Где она? Моя тетрадочка!» Силы покидали его стремительно утекали вместе с кровью, уходили вместе с воздухом из разорванных легких. Черная книга, поддерживавшая жизнь, исчезла, а старое убитое тело отказывалось работать без нее. «Помоги мне, Господи Боженька!» Еще шевелились губы, еще рыскали по земле ладони, но сердце уже перестало биться. «Пожалуйста, прошу, Господи Боженька, помоги!» Хлынула изнутри горячее. Павел Иванович булькающе всхрапнул, захлебываясь, и перед тем, как все закончилось, успел даже разглядеть, что приготовили для него на другой стороне. А оказался на удивление прост. Глубокая черная яма, в которой ждали все убитые им дети. Они смотрели на него голодными глазами и улыбались ртами, полными острых зубов. Шестерку первым заметил, как и полагалось, молот. «А, вот и они!» – сказал он, указывая куда-то в темноту впереди. «Зря волновались! Ни хрена хорошего в этом нет!» – проворчал лицедей. «От автокатастроф не стоит ожидать приятных сюрпризов!» Он обернулся к Тане. «Слушай, придется тебе все-таки нам помочь. Согласна?» «Конечно». «Отлично. Держи фонарь». Машина остановилась, и только теперь, когда свет фар упал на измятый автомобиль в кювете, Таня сообразила, что к чему. «Выходим!» – скомандовал лицедей. Снаружи было мерзко, в холодном воздухе висела изморозь, такая, которая хуже любого, даже самого сильного дождя. Лучи фонарей разрезали ночь, заплясали на блестящем асфальте, в стволах деревьев по обе стороны трассы. Таня тоже зажгла выданный фонарь, хотя с кнопкой включения пришлось повозиться. «Э, мы ж здесь были!» — сказал Молот. «Вон там ты блевал, начальник!» «Точно!» — откликнулся лицедей, напряженно вглядываясь в мрачную стену леса. «Почти неделю назад. Именно здесь. Так она мне сказала тогда. Ладно, давайте спустимся вниз, проверим, как обстоят дела». Дела обстояли хреново. Это было понятно с первого взгляда. В этом месте на обочине не имелось никаких ограждений. Поэтому шестерка вылетела с дорожного полотна на большой скорости — не встретив ни одного препятствия. Кроме дерева, разумеется. Оно остановило ее, хотя само получило повреждение, несовместимое с жизнью. Ствол от удара переломился. Передняя половина машины представляла собой сплошное месиво, в котором даже днем пришлось бы разбираться несколько часов. Задняя часть салона смотрелась значительно лучше. Таня посветила фонарем сквозь растрескавшееся стекло – Внутри на сиденье лежал без движения связанный по рукам и ногам Вадим Королёв. «Он здесь. Твой ученик?» – уточнил серп, подошедший следом. «Да. А мужик-то утек? Пацанёнок живой?» «Не знаю». Таня попыталась открыть дверь, обошла багажник, попробовала с другой стороны. Все безрезультатно. «Заклинило намертво. Может, ты возьмешься? «Давай!» Серп сунул фонарь в карман плаща и силой дернул дверь обеими руками. Она не поддалась. «Нет», — сказала Таня, — «я имела в виду ножами». «Ножами не получится», — покачал головой серп. «Они только с плотью имеют дело. Тут надо грубую силу». «Эй, молоток!» Молот заглянул в окошко, посветил фонарем, потом сказал Тане. «Отойди!» И легко коснулся ладонью заклинившей двери. Та заскрежетала, сминаемая невидимой, но непреодолимой силой. Выдернув и отбросив ее, молот бережно вытащил обмякшего мальчика, положил его на траву, присел рядом, пальцами разорвал толстые веревки, стягивающие все тело, приложил ухо к груди. Половину молочно-белого лица Вадика покрывал синяк. На виске блестела широкая ссадина, грязную спортивную толстовку украшали многочисленные пятна крови. В тишине Таня слышала стук собственного сердца, казавшийся оглушительным. Лес позади молчал. Черный, насупленный, обиженный на тех, кто разбудил его. Лес хотел лишь спать. Забыться до следующей весны. Лес знал: забытие основа жизни. Молот наконец поднял голову от груди Вадика, ощупал его плечи, ребра, ноги, застыл в мрачной задумчивости. Что? спросила Таня. Ничего хорошего! пробурчал молот, поднимаясь к колен. Но пока еще держится. Давай-ка перенесем его к нам в тачанку, а то здесь моментально окоченеет. А можно его носить? Я имею в виду повреждение. Других вариантов нет. Молот принялся снимать плащ. Сейчас соорудим населки. Это оказалось не так уж и сложно. Аккуратно ступая, они вдвоем подняли мальчика к машине, положили на заднем сиденье на правый бок. Когда возвращались, их окликнули цидей: Эй, ребята, быстрее! Наш несравненный чернокнижник набросал нам хлебных крошек! Он указал лучом на черные в синем свете пятна, покрывавшие траву рядом с отвалившейся водительской дверью. Повел фонарем еще пятна. Настоящая цепочка, уползающая в лес. Кровь. Таня с некоторым удивлением взглянула на шефа борцов с нечистью. От прежнего сутулого утомленного старика остался теперь только потертый кожаный плащ. Лицедей выглядел подтянутым, бодрым, веселым даже. Во всех его движениях сейчас скользила почти кошачья грация, приятная глазу, но определенно опасная. Пошли, посмотрим, что там на другом конце этого хм, маршрута», — сказал он своим бойцам, потом повернулся к Тане. «Машину водишь?» «Теоретически». «Ничего, сейчас трасса пустая, справишься. Сейчас, пока посиди внутри и наружу не высовывайся, чтобы не случилось. Ни в коем случае. Если мы не вернемся через 10 минут, заводи связи парня в город, в больницу, поняла?» «Да, 10 минут». Молод, сунул ей в руки ключи, и странная троица молча ушла в лес. Они скрылись во мраке мгновенно, как брошенные в черную воду камни, не оставив после себя ни шорохов, ни отцветов фонарей. Таня пыталась прислушиваться, но уши уловили только монотонный скрип сосен. Ночь вокруг тонула в пустой осенней тишине, и дорога позади тоже была совершенно пустой. Ни одной машины, ни единого намека на то, что где-то в мире есть еще нормальные и разумные люди, которые радуются солнцу и ветру которые не верят в магию. Для таких людей, для миллионов обычных самоуверенных людей, все эти события отзовутся лишь статьей в уголовной хронике местной газеты или, возможно, если все кончится плохо, парой шокирующих заголовков в интернете. Один из великого множества немного загадочных, но не особо интересных несчастных случаев. Вот и все. Таня вернулась в машину, села на водительское место, посмотрела на Вадика – Приложить ухо к груди мальчика она не решилась. Боялась не услышать то, что, по идее, должна была. Обезображенное синяком лицо, перемазанная в крови толстовка, уродливая ссадина на виске. Всего несколько дней назад этот мальчишка умно и легко рассказывал у доски о великом переселении народов. Таня отвернулась, опустила подбородок на сцепленные пальцы, глядя прямо перед собой. Сосредоточившись на времени, что монотонным потоком текло сквозь нее, не свергаясь в бездну. Где-то на дне вяло шевельнулась мысль, что нужно достать и включить мобильник для отчета тех самых десяти минут. Но Таня проигнорировала ее. Вряд ли это имело значение. Она поняла, что проваливается куда-то. То ли в сон, то ли в смерть. Оттуда поднималась безразличие, опутывала ее скользкими щупальцами, сдавливала череп, прижимала к сиденью. Она слышала чьи-то голоса, растворенные в почти незаметном шуме ветра. Безжизненные, ядовитые голоса, похожие на шелест падающих листьев. Они говорили о неудавшейся жизни, о несбывшихся мечтах, о разрушающихся башнях надежд. Голоса знали многое и были правы. Шумит за окном ветер. Таня в своем классе сидит за партой. Среди других учеников. Дети ей не знакомы, но отчего-то кажутся друзьями. На доске большая аккуратная надпись мелом. Тема сочинения ⁇ Чертовы пальцы ⁇ За учительским столом худощавый, интеллигентного вида мужчина. Таня не сразу, но узнает его. Изящная бородка, тонкий нос, маленькие очки. Свитер с высоким горлом. Клим Грачев. В свои лучшие годы. Еще никем не гонимый. Еще не успевший навеки проклясть себя и своих братьев. Сложив пальцы домиком, учитель говорит. Итак, я прочитал все ваши работы. Многие мне понравились. Но, надо признать, кое-кто меня разочаровал. С них и начнем, пожалуй. Танюша, будь добра, Выйди к доске. Я? Спрашивает Таня удивленно. Да, да, давай, не задерживай класс, иди сюда. Таня встает. Медленно идет между рядами парт. Никто не смотрит в ее сторону. Дети перешептываются между собой. Ей почему-то кажется, что все закончится просто под затыльником. Учитель даст по башке, отправит назад на Камчатку, и больше ничего страшного. Нет, постойте, это же... Итак, Танечка, прочти всем свое сочинение, говорит учитель, протягивая ей двойной листок в линейку, вырванной из школьной тетради. На первой странице написано ее имя, фамилия и класс, шестой В. Все сильнее, мучимая неправильностью происходящего, Таня разворачивает листок. Пытается прочесть текст. Но у нее не получается. Мелкие, разборчивые буквы незнакомы. Это не буквы даже, а какие-то странные символы, вроде самодельных иероглифов. «Ну!» И они... Не... «Не могу!» Таня понимает, что упускает самое важное. Оно прямо тут, под носом. Но все ускользает и ускользает от взгляда. «Не могу прочитать!» «Попробуй! Ты должна!» Она снова вглядывается в закорючки, и те вдруг складываются в текст. «Мой отец – убийца». Она открывает рот, чтобы начать читать, но голос замирает в горле. «Все-таки не можешь прочесть?» – удивляется учитель. «Что ж, придется оставить тебя в классе до тех пор, пока не научишься. Все остальные свободны». Таня поворачивает голову и видит пустой класс – Спинки стульев по всем правилам, придвинутых к партам. Чистые столешницы. Линолеум без единой черной полоски или прилипшей жвачки. Так правильно, но так мертво. Картинка начинает неспешно складываться у нее в сознании. «Ну, попробуй!» – говорит учитель, поднимаясь со своего места. Под свитером проступают багровые буквы. Таня вновь смотрит на свое сочинение. Теперь там всего одна фраза, криво написанная поперек обеих страниц. Вывернуть наизнанку. Она вспоминает и понимает: Читай! велит учитель, растопыривая руки и слегка приседая, словно собираясь поймать ученицу: Читай! Читай! Не буду, отвечает Таня. Почему? Это всего лишь морок. Грачев теряет форму, растекается в окружающем его пространстве черной кляксой, огромным шевелящимся пятном, в котором проступают хищно-оскаленные пасти. Он набрасывается на ученицу и проглатывает ее. Она падает во тьму, зная, что ждет внизу. «Ты наша!» Шипят пустые голоса со всех сторон. «Наша! Наша!» «Вывернем наизнанку!» грозится, смеясь Лёшка Симагин. Сожрем твои кишки навсегда!» — обещает директриса мерзко хихикая. «На этот раз ты останешься здесь навсегда!» «Сдохнешь, сука!» — хрипит Кривошеев. «Сдохнешь, сука!» Ледяная вода принимает мягко, без плеска. Таня не успевает задержать дыхание. Отчаянно барахтается, пытаясь вырваться к поверхности. Но множество цепких пальцев смыкается на ее ногах. И мертвый Федор Петрович шепчет в самое ухо. Пришла пора вернуться на дно. Таня брыкается, однако хватка чертовых рук не ослабевает. И она погружается все глубже и глубже. Смерть наполняет тело. Расползается по венам. Пропитывает мышцы растворяет ее в себе, превращает бытие в безумное, никчемное сновидение. Она лежит на спине. Мокрая хвоя колет голую спину. Горячий язык касается ее сосков. Ползет влажным слизнем по груди. Замирает на подбородке. «Она не проснется!» Раздается рядом знакомый шепот. «Мягкий, нежный». И вот уже не один, а несколько языков ласкают ее кожу. Таня опускает взгляд и, задыхаясь от ужаса, отшвыривает от себя липкую, изменяющуюся, хихикующую тварь. Потом была поляна. Облезлые сосны вокруг. Пять высоких, тущих фигур, согнувшихся над ней. Она стояла на ладони, и чертовы пальцы сжимались в кулак, собираясь раздавить ее. Сейчас все кончится, пообещал один из них голосом Симагина. Но сперва насладись зрелищем. Таня вдруг увидела себя со стороны. В машине на пустой трассе в нескольких километрах от города Н. Вот она приподнимается, поворачивается назад, перегибается через спинку сиденья, склоняется над неподвижно лежащим Вадиком. Он нужен нам! Зарычал кто-то за ее спиной. «Убей! Отдай его!» Таня смотрела, как ее руки ложатся на тонкую мальчишескую шею, как напрягаются пальцы, наполняясь силой, готовясь к решающему роковому движению. «Ну же!» Настаивает кто-то за спиной. Это у тебя в крови, это семейное. Еще чуть-чуть, и ты сможешь повелевать нами. Забудь, старика, он слаб, он безумен. Подумай, что мы в состоянии подарить тебе. Во всей школе сейчас идут уроки, закричала в отчаянии Таня, чувствуя, как струятся по щекам слезы. А вы здесь так шумите. За то задание, которое я вам дала, каждый из вас получит оценку. Каждый из вас, суки, получит оценку. Ее руки замерли на горле мальчика, остановились в последний момент. Она больше не могла видеть, но знала, а потому продолжала кричать изо всех сил, не думая, не прерываясь. Я соберу тетради. Я сейчас соберу тетради. В башках у вас говно, сраные уроды. Встань с пола, сучонок. Еще раз увижу родителей в школу. Чертовы пальцы отступили. То ли в замешательстве, то ли готовясь нанести карающий удар. Но Таню это уже не волновало. Она шагнула к ним, ослепленная яростью, развивая и закрепляя достигнутый успех, хлеща криками, словно тяжелым кнутом. В каком году родился Атила? В каком году родился Аларих? Отвечать мне, когда тебя спрашивают, засранец! Чтоб вы сдохли, твари, мрази, ублюдки! Засуньте свой педсовет себе в жопу! Далеко впереди полыхнуло. Все вокруг залил хлынувший откуда-то из глубины леса яркий белый свет. Мир лишился теней. Тут Таня в первый и последний раз смогла отчетливо разглядеть стоявших перед ней братьев Грачевых увидела чертовы пальцы во всем их загробном величии и уродливой красоте. Вместо кожи – глина, покрытая множеством кривых пересекающихся трещин. Из трещин выползает плотными тонкими струйками темный дым. Сочится гной. Тела увиты выцарапанными на глине надписями на неизвестном языке. Надписи эти свисают с шеи, запястья, подобно обрывкам цепи или веревок. В ладонях сквозные дыры, а на месте лиц ямы, выбоины, в глубине которых полыхает тусклое пламя. А потом видение сгинуло, сразу же умолкли проклятые голоса. Таня пришла в себя, будто вправду вынырнула из черного омута, завертела головой, судорожно хватая ртом воздух. Ужас прошел, и на его место явилась ярость. Таня выскочила из машины. Зажгла фонарь, в три прыжка спустилась вниз к месту аварии и принялась шарить лучом по разбитой в хлам передней части шестерки по земле вокруг. Пусть у нее нет сверхспособностей, нет особых умений и опыта общения с призраками, но ждать здесь больше она не могла. Эти твари обращались с ней, как с куклой, залезали в мозг, как в пакет с чипсами. Терпеть подобную мерзость, просто так сидеть, трястись, остервенела надеясь, что пронесет она не имела права тем более не имела права позволить себе причинить вред Вадику. И хотя некая, здравомыслящая, трусоватая ее часть намекала, что настало время выполнить указания и мчаться прочь, она отмела все разумные доводы. Злу нужно было взглянуть в лицо, чем бы ни грозила такая дерзость. Отыскав пятна, на которые раньше обратил внимание лицедей, Таня спешно зашагала по этим следам. Вскоре трава сменилась плотным ковром палой хвои, на котором стало невозможно ничего различить в отчаянии, мотнув фонарь из стороны в сторону, она сумела разглядеть нечто белое в нескольких метрах слева на общем серо-черном фоне. Подбежала. Белое оказалось оторванной босой ступней. Павел Иванович лежал тут же, за деревом. И никакая хвоя не могла впитать ту лужу крови, что натекла из-под него. Он был безвозвратно и беспросветно мертв. В другое время Таню, возможно, начало бы мутить от столь неприятного зрелища. В другое время она, возможно, вспомнила бы, что лежащий перед ней человек был ее отцом. Но сейчас ей владела дикая искрящаяся злоба, а потому, пнув труп под ребра, она перешагнула через него и стала осматриваться, пытаясь определить, в каком направлении двигался отряд лицедея. Где-то впереди, достаточно далеко, вне досягаемости луча света, ощущалось некое движение. Оттуда доносились приглушенные звуки борьбы, и неразборчивые выкрики. Погасив фонарь, Таня прислушалась. Тот самый голос, который несколько часов или лет назад в актовом зале грозил отобрать у нее лицо. Тот самый, которым говорил дьявольский учитель в последнем видении. Хриплый, но в то же время монотонно шелестящий, похожий на далекий шум волн. «Тебя не выдержать! Ты постарел, лицедей! А ты вообще сдох!» Отвечал старик, и слова его наполнял истерический, почти безумный смех. Ты же сдох, гнида! Таня сделала несколько шагов в том направлении, но тут впереди полыхнуло. Тем же белым слепящим светом. Только на этот раз он был абсолютно реален. Прежде чем зажать ладонями глаза, наполнившиеся острой режущей болью, и рухнуть на землю, Таня успела заметить во вспышке многое. Но только месяцами позже, когда события этой ночи станут вновь являться ей во снах, она начнет понимать, что именно сумела тогда разглядеть. А пока лишь на долю секунды предстали между деревьев гротескные чудовищные фигуры, переплетенные в ожесточенные схватки. И вот она повалилась на колени, скрипя зубами. Глаза жгло нестерпимо, горячие слезы лились ручьем. Таня с трудом подавила рвущийся из глотки крик, заставила себя лежать спокойно, хоть и была уверена, что на лице у нее теперь две обугленные дыры. Совсем рядом продолжалась битва. Гремели ругательства и заклинания, Свистели, рассекая воздух, заговоренные ножи, хрустела под колдовскими и физическими ударами плоть. Снова вспышка, такая яркая, что Таня заметила ее, даже зажмурившись, даже вжавшись лицом в хую. Потом раздался чей-то пронзительный крик, оборвавшийся внезапно и резко, будто обрубленный топором. «В очередь, суки!» Яростно взревел молот, а ответом ему было шипение множества оскаленных пастей. Снова грохот, что-то тяжелое с силой врезалось в сосновый ствол, от чего на землю посыпался настоящий дождь из иголок и шишек. Несколько секунд, наполненных ожесточенным пыхтением, затем протяжный вой, больше звериный, чем человеческий, следом влажный чавкающий хруст. И тишина. Таня постепенно приходила в себя. Боль в глазах утихала, они еще слезились, но, по крайней мере, оказались на привычном месте. Через минуту или полторы после того, как все стихло, она медленно поднялась, включила фонарь, намереваясь добраться таки до места сражения. Тотчас из тьмы к ней рванулось нечто окровавленное и изуродованное, больше похожее на экспонат анатомического музея, чем на живое существо. Таня в последний момент умудрилась увернуться от длинных рук. Вскрикнув, она отшатнулась, чудом не зацепившись ступней за один из многочисленных узловатых корней, торчащих из земли. Тварь, безусловно, напоминала человека – но слишком уж во многих местах сгибались ее тонкие конечности, слишком узкими были костлявые плечи, а кошмарная морда, казалось, состояла лишь из черной дыры распахнутого рта. Молочно-белую кожу монстра заливала кровь, но без труда можно было различить многочисленные символы, похожие на иероглифы, покрывавшие все тело, или то, что от него осталось. У существа не хватало левой ноги, а из распоротого живота свисали сизые ошметки внутренностей – Именно поэтому Тане и удалось избежать его когтей. Попав в луч света, тварь зашипела, рванулась в сторону, исчезла во мраке. Таня принялась лихорадочно крутить фонарем, надеясь вновь зацепить ее, но белое пятно выхватывало из темноты только стволы деревьев, переплетение корней да сухих ветвей. Вдох застрял у Тани в горле, видимо, встреченной стремящимся наружу сердцем. Чудовище было совсем рядом бесшумно подкрадывалась, готовая растерзать ее. А она не могла понять, с какой стороны приближается смерть. Секунды, каждая из которых могла стать последней, тянулись невероятно долго. Весь мир, казалось, съежился, сжался до размеров крохотного круга света. А потом тварь прыгнула откуда-то сзади, без единого шороха, легко, наверняка. Таня не увидела и не услышала, но почувствовала – ощутила всем своим телом, как чудовище нависло над ней. Она начала оборачиваться, зная, что не имеет ни малейшего шанса успеть, зная, что острые когти вот-вот вонзятся в плечи и шею. Раздался рядом гулкий хлюпающий удар, будто с большой высоты упал на асфальт тяжелый арбуз. Брызнула на щеку горячей и вонючей жижей. Повернувшись, Таня увидела, как откатывается в сторону тварь с разможженной головой, смятая, словно консервная банка. Хрустнула сбоку ветка, Таня отпрянула, подняв фонарь, и увидела стоящего между деревьев молота. Тот был без плаща. На лице засыхала грязь. Водолазка разорвана. А в прорехах кровавые разводы. «Ты почему еще здесь?» – спросил молот. «Я просто...» «Мальчик умер!» «Что? Нет, не знаю. Надеюсь, нет». «Так какого хрена ты не с ним? Пошли, быстро!» Они направились обратно к трассе. Таня, несмотря на то, что освещала себе дорогу, едва поспевала за молотом, без особых проблем шагавшим прямо сквозь ночной лес. Возможно, все дело было в трясущихся ватных ногах. «Лицедеи и серп погибли», — сообщил молот ровным голосом. «Но дело мы почти закончили». Они вышли к шоссе. Молот вытащил из кармана джинсов какой-то предмет, на ходу протянул его Тане. Это оказался нож из белого металла, один из тех, что служили серпу. Лезвие было сломано посередине, а рукоятку покрывал слой запекшейся крови. «Держи, это последний. Ключи не потеряла?» «Нет. Поедем в город?» «Типа того. Ты давай садись за руль, а я к пацану. Сейчас все объясню». «Я? Но...» ну. «Не спорь. Умеешь ведь водить?» «Да». «Ну вот». Они выкарабкались из кювета, добрались до десятки. Таня, как было велено, заняла водительское место, а молот забрался на заднее сиденье, положив голову и плечи Вадика себе на колени. «Заводи!» – сказал он, захлопнув дверцу. «Быстро! Сейчас!» – кивнула Таня, у которой уже не осталось сил удивляться. «Как скажешь!» С третьей попытки ей удалось завести машину, и они двинулись в обратный путь. Таня, год назад сдавшая на права за компанию с одной из подруг, своего автомобиля у нее не имелось даже в планах, вцепилась в руль так, будто это был спасательный круг. Только сжав пальцы до бела, удавалось остановить их дрожь. «Сильно не гони, но держи не меньше шестидесяти!» «Шестидесяти?» Глянь направо. Таня скосила глаза. Там в темноте за деревьями что-то двигалось. Его невозможно было разглядеть, но первобытное предчувствие хищника, преследование, родившееся где-то в солнечном сплетении, на корню уничтожило всевозможные сомнения. Это Клим Грачев, пояснил молот. Не волнуйся. Он скоро отстанет. Слушай, что я буду говорить, но не оборачивайся. Ни в коем случае не оборачивайся. Поняла? Поняла. Думаю, ты должна знать, что здесь произошло, начал молот. Как тебе известно, гребаный книжник попал в аварию и умер. Чертовы пальцы лишились шансов на полноценное возвращение к жизни, по крайней мере, в ближайшем будущем. Мы висели у них на хвосте и, разумеется, отыскали бы книгу. Они пошли на крайние меры, воплотились самостоятельно, основываясь на той работе, что уже была проделана Павлом Ивановичем. Книга не дописана, ритуал не завершен. А потому воплощение получилось не особенно удачным. Во-первых, младшие Грачёвы деградировали практически до уровня животных, превратившись в... Ну, ты видела, таких человекоподобных боевых зверей. Нормальный уровень интеллекта сохранился только у Клима. Молот откашлялся. Таня, успевшая более-менее освоиться со своими водительскими обязанностями, непроизвольно бросила короткий взгляд в зеркало заднего вида тут же тяжелая ладонь хлопнула ее по плечу, а зеркало с жалобным хрустом покрылось плотной сетью трещин. «Следи за дорогой!» – рявкнул молот. «Слушай, тебе нельзя сейчас смотреть на меня. Это очень опасно!» Он снова зашелся кашлем, а отдышавшись, продолжил спокойным, ослабевшим голосом. «Долго объяснять. А зря тратить время неохота. От темы отвлекаться не хочу. Слушаешь?» «Конечно». «Хорошо. В общем, они подобрали книжку, навязали нам бой. Прекрасно зная, что стенка на стенку у нас не очень много шансов, но ты помогла, немного спутала их планы. Да и мы оказались не так уж и плохи, честно говоря. Всех младших ухлопали, а книжку сожгли. Сожгли? Да. Правда, не целиком. Лицедеи не дотянулся совсем немного. Она порядочно обуглилась, но не догорела. Тем не менее, это достижение из которого можно сделать кое-какие выводы. Слушаешь внимательно? А? Ага. Отлично. Сейчас про вас. Клим Грачев не убит, а книга все еще у него. Но на самом деле ему кранты, он развоплощается. Очень быстро развоплощается. И болезненно, надеюсь. А выход теперь у него ровно один. Вот этот мальчишка. Вадик? Да почему? Там ведь вроде любые дети подходили. Ну, где он возьмет других посреди леса? Кроме того, мне кажется, возникла определенная связь. Пацаненок уже часть ритуала. Главный элемент, который им так и не удалось поставить на нужное место. Грачев будет действовать быстро. Получится убить мальчишку, и тогда есть шанс. Просто шанс, заметь, что ритуал, задуманный Павлом Ивановичем, все-таки сработает полноценно. С другой стороны, учитывая обгоревшую книжку и сегодняшнюю ночь, может и не сработать. Вполне может не сработать, но лучше не рисковать. Именно. Поэтому нам надо делать ноги. До утра нигде не останавливаться. Бежать, бежать, бежать. Я бы дал Грачеву от силы часа три. Даже если он протянет больше, солнечный свет прикончит его. Понятно. Умница! Голос молота становился все слабее, все тише, полнился болезненным тяжелым хрипом. Паузы между фразами увеличивались, а дыхание учащалось. Таня была бы рада предложить помощь, но спорить с человеком, способным смять автомобильную дверь взглядом, не хотелось. Снова кашель, долгий, надсадный. Вот еще что. Значит так. Вы с пацаном вернетесь в город. Тебе придется иметь дело с полицией. Нужно будет наврать им что-нибудь насчет школы и насчет мальчишки. Получится, не переживай, это не так уж сложно. Главное, держись близко к правде. Но саму ее не трогай. Никто все равно не поверит. Само собой. Я надеюсь на тебя, Танюха. Больше не на кого. Извини. Ничего. Ты молодец. Мы хотели уберечь тебя от правды, от отца. Но зря. Ты сильная. Я справлюсь, да. Дальше. Ты никогда не слышала о людях, известных как лицедей, молот или серп. Ты никогда не слышала об организации, известной как контора, тем более, что таковой в наши дни на самом деле не существует. Ты никогда не слышала о братьях Грачевых, колдовстве, или теории взаимодействующих реальностей. Тебе никогда не снились сны, которые потом сбывались, и никогда в жизни не попадалось словосочетание «чёртовы пальцы». Я ж не дура, понимаю, что к чему. Теперь самое главное. Нож останется у тебя. Он последний, единственный в мире. Когда-нибудь, возможно, скорее всего, никогда, но все таки возможно, тебе позвонят. И человек с позывным полнолунный попросит о встрече. Отдашь ножик ему, только ему и никому больше. Узнаешь его по условной фразе. Нет чище и надежнее человека, чем хорошо заточенный клинок. Повтори. Я запомнила. Повтори. Нет чище и надежнее человека, чем хорошо заточенный клинок. За поворотом показались огни города Н. Словно огромный, на пол горизонта, догорающий костер, поднимался он из ночных глубин. Каждый огонек чья-то жизнь, фонарь, освещающий чей-то путь, чье-то окно, чья-то обыденная реальность, тысячи переплетающихся, сливающихся, но все же обособленных миров, и тем не менее лишь крохотная капля в вечно бушующем океане бытия. Таня поежилась. «Ах! – сказал Молот. Теперь голос его мог принадлежать только смертельно больному, умирающему человеку. «Вот еще что. Возможно, если все пройдет хорошо, тебе предложат работу в несуществующей организации. Несуществующую работу, разумеется. Это вряд ли вероятно, но мало ли. Смотри сама. Лучше откажись. Для своего же блага откажись». Ладно, тормози. Таня остановила машину. Выходи, пробормотал молот еле слышно. Забирай мальчишку. Таня открыла дверь, обернулась. Молот сидел, откинувшись на спинку сиденья, открывая и закрывая рот, будто выброшенная на берег рыба. Лицо его стало настолько серым, что это можно было увидеть даже в темноте. Руки, одна из которых еще сжимала запястья ребенка, заметно дрожали. Теперь он казался глубоким стариком, изможденным и высохшим. Но с Вадиком произошла обратная перемена. Синяк полностью рассосался, садина на виске подсохла, на щеках появился румянец. С ладони исчезли уродливые кровоподтеки от веревки. Он медленно приподнял веки, уставился на Таню с легким недоумением, какое бывает у людей сразу после долгого сна. «Господи!» – Таня тяжело сглотнула. «Что ты сделал?» «Не дал умереть», — ответил молот. «Идите, а я останусь. Мне в другую сторону». «Давай я тебя в больницу подброшу. На машине, а? Мы успеем». «Она без меня не поедет. Идите». «В смысле не поедет?» Таня бросила взгляд на приборную панель. Указатель уровня топлива сообщал, что бензобак пуст. Как и десять минут назад, как и в тот момент, когда она впервые села в эту десятку у крыльца школы, Подсветка на панели гасла, свет фар тоже тускнел. Энергия стремительно покидала автомобиль. Утекала вместе с жизнью последнего из его хозяев. «Господи!» Таня, лишившаяся всякой возможности удивляться, приняла новое чудо как данность. «Я не знаю, что...» Но молот больше не отвечал. Слабо мигнул спидометр на панели, и машина погрузилась во мрак, превратившись в обычную металлическую конструкцию – холодную и неподвижную. Таня обошла десятку, помогла выбраться Вадику, вытащила два фонаря. Молот лежал, запрокинув голову, и, не мигая, смотрел сквозь заднее окно в небо, где из рваных туч показалась ущербная луна. Серебряный свет отражался в его зрачках. «Пойдем, Вадим!» – торопила Таня мальчика. «Грачев догоняет! Нам нужно спешить!» Королев сделал шаг и едва устоял на ногах. Видно было, что силы еще только начали возвращаться к нему. «Холодно», – сказал он. Таня накинула ему на плечи свою куртку, взяла за руку. «До города недалеко, ты сможешь идти?» «Попробую, Татьяна Павловна», – чуть слышно ответил Вадик. «Только не очень быстро». «Хорошо, хорошо, главное, иди». Вадик переменился в лице. Глаза забегали, а ноздри раздулись, словно у напуганного жеребенка. Он снова стал бледным, как простыня. «В чем дело?» – спросила Таня. «Запах», с трудом выговорил Вадик трясущимися губами. «Разве вы не чувствуете? Мертвецом пахнет!» Таня принюхалась. Действительно, в воздухе появился аромат разложения. Он становился сильнее с каждой секундой, накатывал неспешной тошнотворной волной. «Черт подери!» – процедила Таня. «Наверное, это Грачев. Скорее!» Она потянула мальчика за собой в сторону города. Спокойствие и уверенность, появившиеся после победы над чертовыми пальцами в видении, исчезли бесследно. Больше всего ей сейчас хотелось оказаться в своей кровати. Детское, глупое желание, но оно было настолько сильным, что она приготовилась тащить Королева даже волоком, лишь бы только приближаться, приближаться к дому. «Стоять!» Ни крик, ни вой, ни хрип, нечто среднее. Совершенно противоестественный звук. За спиной. Все это уже было. Мальчишка рядом. Чудовище, приближающееся сзади. Во сне, а потом еще раз в школе. И вот теперь снова. Нельзя опять бежать, иначе никогда не закончится эта проклятая ночь. Иначе сомкнутся на горле чертовы пальцы. Иначе... Вадик всхлипнул. Таня обернулась. И луч фонаря упал на крадущееся в темноте чудовище. Клим Грачев выползал на дорогу. Он шел на ногах, но движения его, странно плавные, и водянисто перетекающие одно в другое, напоминали о большой черной змее, подкрадывающейся к двум парализованным страхам жертвам. Таня почувствовала, как подступает к горлу тошнота. Грачев был одет в кожаный плащ, снятый с погибшего лицедея. Однако плащ не мог скрыть того, что тело под ним стремительно разлагалось. Капала на асфальт мутная жидкость, а потемневшая, разбухшая плоть сползала с костей. Колдун вернул себе лицо, но от него вновь осталось не так уж и много. Левая глазница опустела. Щека под ней полностью провалилась, обнажив желтую челюсть, кое-где еще прикрытую остатками десны. Говорить ему было трудно, но он пытался. «Отдай мальчишку!» – проскрипел Клим Грачев. «Мне нужна кровь!» Вместо ответа Таня вытащила из заднего кармана джинсов обломок ножа из неизвестного белого металла, выставила перед собой. Хотя и понимала, что ценность обломка как оружие, особенно в ее руках, стремится к нулю. Мое лицо гниет, сказал Грачев. Это очень больно. Мне насрать, ответила Таня. «Мои братья снова умерли», — сказал Грачев. «Я остался здесь один». «Хорошо». «Отдай, пацана, а я отпущу тебя. Разойдемся миром». «Нет». Таня отступила на пару шагов, загораживая собой Вадика. «Не разойдемся». Грачев пошатнулся, взмахнул руками, стараясь удержать равновесие. При этом несколько пальцев правой руки его с влажным хрустом отломились. Чего ты хочешь? Прохрипел колдун, не обратив ни малейшего внимания на потерю. Я все выполню. Я буду служить тебе. Буду твоим рабом. Достанусь по наследству. Восставшего мертвеца мотал из стороны в сторону несколько длинных сальных прядей, остатки некогда густой шевелюры, падали на изуродованное лицо. «Все, что хочешь!» – твердил он, пока содержимое его живота выползало черной пузырящейся массой из разорвавшегося пахового шва. «Как блядская золотая рыбка! Любое желание!» «Не надо», — сказала Таня. «Отойди». Утробно зарычав, Грачев бросился на нее, вытянув перед собой руки. Таня отскочила, замахиваясь обломком ножа, но ударить не успела. Правая нога колдуна, на которой уже не оставалось плоти, сломалась чуть ниже колена, и он мешком рухнул на земь. От удара голова его треснула, брызнул гной, нижняя челюсть вместе с языком отлетела в сторону. Существо, уже совсем не походившее на человека, приподнялось на локтях. Единственный глаз, налитый кровью, уставился на Таню. В этом взгляде не было ничего: ни мольбы, ни гнева, ни злобы. Пустота. Вечность. Потом Грачев повалился ничком, содрогнулся раз и замер. Из-под плаща расползалась в обе стороны вонючая лужа, а в лучах света становилось видно, что от нее поднимается пар. Несколько секунд, может, целую минуту, Таня и Вадик просто стояли над ним, не отводя фонарей. «Все», — сказал, наконец, мальчик. «Умер». Он вдруг... Таня не успела не только среагировать, но даже понять, что произошло. Резко подскочил к мертвецу, нагнулся над ним, выхватил из кармана плаща какой-то предмет и отпрыгнул назад. «Вот!» – торжествующе прошептал он. «Последнее!» В руках Королев держал обгоревшую, изрядно истрепанную, помятую, но целую тетрадь в черном переплете. «Что это?» – спросила Таня, хотя знала ответ. «Книга. Татьяна Павловна, у вас есть зажигалка?» «Нет. Погоди-ка». Таня вернулась к машине, открыла бардачок и без особого труда отыскала в нем то, что нужно. «Отлично!» – кивнул Вадик. «Минутное дело. Не заглянем внутрь?» «Я заглядывал», Гримуар занялся быстро. Огонь жадно заглатывал страницы, наверстывая упущенное. Таня аккуратно, чтобы не сбить пламя, положила горящую тетрадь на заднее сиденье, рядом с рукой молота. «Может, разведем костер?» – спросил мальчик. «Вы замерзли?» Таня, которую и вправду начала бить дрожь, покачала головой. «Давай-ка лучше в город поживее. Столько дел. Пойдемте». Вадик тронул Таню за локоть. Татьяна Павловна, вы мне по дороге все расскажете, хорошо? Конечно. С нами ведь должны связаться. Связаться? Человек с позывным полнолунный, да? Я просто слышал кое-что, пока мы ехали. Не знаю. Таня посмотрела, обернувшись на десятку, освещенную изнутри все еще горящей черной книгой. Зло пожирало само себя. Бытие, пожалуй, действительно можно расчертить двумя перпендикулярными линиями, но траекторию своей жизни на этой оси координат каждый рисует сам. Таня повернулась к мальчику, уже не сомневаясь, что в понедельник утром, независимо от того, как будут развиваться события, войдет в кабинет директора и напишет заявление об уходе. Слишком многое ждало ее, слишком многое нуждалось в немедленном исправлении, пустые холсты, запылившиеся краски. «Не знаю», — повторила она, Надеюсь, однажды все-таки свяжутся. Но я, наверное, сама попробую их найти. Как только что-нибудь узнаю, сразу тебе сообщу. Круто. Некоторое время они шагали молча. Замерзшие, уставшие, погруженные в свои мысли, следили за пляшущими впереди лучами фонарей. Вот, блин, сказал Вадик через пару минут. Подстава. В чем дело? Вы больше не будете у нас вести. Нет. Жалко назначит место вас завуча. Она очень скучно рассказывает. И вообще, тяжело одному в целой школе знать правду. Ты привыкнешь. Это станет твоей суперсилой. Молодая женщина с мальчиком шли по пустой трассе в сторону городских огней. Морость прекратилась, стих ветер, устав от трудов праведных. Небо готовилось к первому снегу. Ученик спрашивал, учительница отвечала — и ночь больше не имела над ними власти.